В последнее время в республике участились случаи мобильных мошенничеств, которые, к сожалению, для нас носят постоянный характер. Поэтому мною принято решение для расширения профилактической работы провести на территории республики силами практически всех сотрудников МВД профилактическую операцию «Внимание, мошенники». Мы хотим задействовать 100% личного состава, попросить личный состав довести до своих родственников, соседей, знакомых, чтобы они не пользовались услугами интернета и так называемых интернет-сайтов, а обращались в правоохранительные органы. Мы смотрим, что самая уязвимая часть населения – это наши пенсионеры, которым быстро в режиме онлайн не с кем посоветоваться. Каждому из охваченных будут вручены памятки. Мы подготовились к этому и постараемся, чтобы от проведения этой точечной операции был большой эффект. Я попрошу и считаю, что в данном случае помощь и средств массовой информации, и общественности для нас будет полезной не только для нас, но и для всех граждан нашей республики. Уважаемые жители республики, уважаемые гости нашего региона, хочется обратиться к вам, что в случае поступления к вам непонятных звонков с просьбой перевода денег на сомнительные счета, на сомнительные сайты, прошу вас либо обратиться к своим близким, более компетентным родственникам, либо позвонить в правоохранительные органы на телефоны 02 или на телефоны дежурных частей. Берегите себя, мы готовы вам в любую минуту помочь.